человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Но, к сожалению, есть... Друзья, наш клип «Прощание проходит». Всем привет, на канале ЛВН. И сегодня мы с вами поговорим о такой русской игре, как Atomic Heart. Скорее всего, вы видели уже обзоры от Булжати, от AGM, от многих других игровых каналов, вы видели прохождение Купленова, Олега Кофе и многих других. Что же я ожидал данной игры? На самом деле много чего. Это один из русских проектов, про которые говорили, ну, в большинстве случаев, да? Вот, допустим, в Steam, том, что он занял первое место, это были мои ожидания игре. А что же произошло, когда я увидел саму игру? Я был удивлен. Тут можно бить морды роботом под песню Аллы Пугачевой с помощью топора. Не стоит ли ради этого скачать эту игру? Конечно, стоит. Вот, на самом деле игра довольно-таки интересная, счет развивается плавно. Да, есть некоторые моменты в плане геймплея, и то, что сюжет может прерываться, когда ты идешь в новую локацию и начинается уже другая оконная ветка, да? Вот, но сюжет довольно-таки интересный, не буду вам его спойлерить, я лишь советую его пройти полноценно. Вот, ну что ж, мое мнение, да, обычного человека, который снимает про игры. Давайте спросим тех людей, которые знают. К примеру, вот мой опрос в Телеграме. Как видите, тут вот такая вот оценка игры. Вот такой вот ролик вышел, надеюсь, тебе понравился, нажмешь лайк, подпишись на канал. Если ты хочешь такие же ролики про другие игры, пиши в комментариях. На самом деле был Слава ЛВН. И я не прощаюсь.